Здравствуйте, уважаемые друзья, дорогие гости. Сегодня в Дагестане стартовал автопробег «Малая родина наших героев», приуроченный к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 25-летию разгрома международных бандформирований. Мы рады встретить участников акции на нашей гостеприимной Ботлевской земле, жители, которые всегда героически защищали интересы Родины и ее народа. Митинг, посвященный 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 25-летию разгрома международных бандформирований, объявляется открытым. Представляется исполняющему обязанности главы муниципального района Ботлевский район Лабазанову Ахмеду Раджабовичу. Дорогие друзья, сегодня Ботлевский район принимает автопробег в лице наших дорогих гостей. Ботлевский район не понаслышке знает, что такое борьба с международным терроризмом. И сегодня памятник, который вот стоит перед нами, позади меня, символизирует именно единство. Единство воинов, единство ополченцев, единство нашего сильного многонационального народа. И, конечно же, приятно, что вы, вот одной из точек пребывания вашего автопробега, отметили именно Ботлевский район. Мы знаем, что вы объездите вот за время автопробега более 800 километров по нашей республике, побываете в более 15 районах и городах нашей республики. И это приятная эстафета, которая будет кем-то приниматься, кем-то уже передаваться, и вы будете именно теми, кто будете передавать эту эстафету. Спасибо, что сегодня побывали на нашей земле, вместе с нами еще раз вспомнили в преддверии 9 мая праздника Великой Победы, насколько важна для нас преемственность поколений, воспитание подрастающего поколения и молодое поколение. Уверяем вас, Ботлевского района, всегда помнить, чтить наших героев, героев-победителей, знает и уважает, и ценит, и верит наших участников специальной военной операции. Мы гордимся ими. И еще раз повторяю, этот мемориал, перед которым мы стоим, символизирует вот это единство. Пусть всегда на нашей земле будет мир. А если все-таки нам придется защищать нашу землю, мы всегда будем стоять в строю, от мала до велика. Спасибо еще раз, что вы побывали на нашей земле.
Слово предоставляется председателю Союза офицеров Республики Дагестан, председателю правления Дагестанского отделения Общероссийского общественного фонда «Победа» Ибрагимову Ибрагиму Сулеймановичу. Ассаламу алейкум, Ботлик. Ассаламу алейкум, ботлигский народ, жители Ботлика. Воинственный народ, который отстояли честь и независимость нашей земли. Здесь побывали практически все, в том числе сам Верховный Главнокомандующий Путин. Поэтому сегодня на этой земле мы не могли, значит, обойти этот автопробег. Ну и мы были и по другим случаям здесь же. Здесь было много происшествий, здесь было много хорошего. Но сегодня этот автопробег, целью которой является военно-патриотическое воспитание молодого поколения, она, считаю, существенной. Дорогие друзья, этот пробег, автопробег, мы не думали, что так масштабно его будет отмечать. Наше руководство республики, правительство республики для него уделили очень большое внимание. И сегодня с утра, когда мы сюда выезжали, там присутствовал исполняющий обязанности главы республики Абу Муслимов, первый заместитель, заместители и министры ведомств. Поэтому большое значение дали нашему автопробегу. Друзья, символично в том, что этот автопробег осуществляется накануне 79-й годовщины Победы Великой Отечественной войны. Также в рамках столетнего юбилея Минэкономики Республики существенную большую помощь нам оказал Минэкономразвития, их представители здесь находятся. Участвуют в автопробеге еще руководители общественных организаций. Полковник Нурасул Магомедов Магомед Абдуллаевич, кавалер 3 орденов Красной Звезды, участник афганской войны, и в том числе он, кажется, здесь в Ботлике в свое время, значит, служил. Друзья, что я хочу сказать, коротко скажу и дальше. Хочу пожелать вам, молодому поколению, чтобы вы брали подвиг, пример от подвигов наших героев. А их слишком много. Мы воспитываемся на подвигах наших героев. Поэтому она называется девиз нашего автопробега – это «Малая Родина наших героев». Хочу пожелать ботлигцам мирного неба, здоровья, счастья, благополучия, чтобы никогда на этой земле не было войны. Всех благ вам, друзья. Спасибо. Слово предоставляется директору многофункционального центра, участнику боевых действий 99-го года в Ботлигском районе Гаджиеву Магомедкамилю Арташевичу. Дорогие друзья, уважаемые гости, как уже было сказано, буквально через несколько дней наша страна будет отмечать величайшие события в истории человечества. Это победа советского народа над фашистской Германией. И вот сегодняшнее вот это мероприятие, которое проводится с вашим участием, яркое тому свидетельство, что мы не только помним и знаем и ценим все, что было сделано и достигнуто нашими отцами и дедами. Преемственность поколения, о котором здесь уже неоднократно было сказано, оно проявляется ежеминутно, ежесекундно, и даже в новой истории нашей страны и нашей республики. Вот яркое подтверждение тому, как в 99-м году жители нашего района и всей республики не только приняли активное участие в отражении нападения международных бандформирований, но и сложили свои головы за свободу и независимость нашей страны, и как было и президентом отмечено, и многими-многими политиками, именно в Дагестане те 90-е годы происходили события, которые должны были стать переломными. Именно таким и стал и Ботлигский район, и Дагестан, когда мы отстояли не только свою независимость, но и целостность, территориальную целостность сохранили всей Российской Федерации. Новые поколения, которые придут после нас, мы можем смело на них положиться. Желаю всем вам здоровья, счастья и всего самого наилучшего. Спасибо огромное. Братишка, милый.
дорогой. Так по тебе душа болит. Ну почему ты не со мной? И сердце в такт уже не стучит. Тебя забрали небеса. Возможно, Богу там видней. Ты проходи, пожалуйста, во снах. Я для тебя всегда открою дверь. Ты голубем? В окно мне постучи. Не забывай, пожалуйста, о нас. Молитву по нами я прошепчу в ночи. Тебя мы помним каждый день и каждый час. Как больно это все принять. Ведь знаешь, надо отпустить. Но разум так не хочет понимать. И остается только лишь пустить. Русские матери, сколько в войну сыновей вы утратили, в горе своем, сединой убеленные, над обелиском низко склоненные. Русские матери, сердцем открытые, как не сломились вы горем убитые, светлой зарею зашли над Россией, стали звездой ее негасимой. В белые вьюги, в цветении смородины, низкий поклон вам от ласковой родины, вашим сынам, что стоят обелисками, вечная память и скорбь материнская. Приглашаем всех на возложение цветов, как дань уважения и почтения всем погибшим защитникам Отечества. Сердца в День Победы наполняет живая память. Ни одно поколение россиян уже никогда не забудет о подвиге тех, кто защитил свою родину, отдав за это жизнь. Они стали примером. Их потомки не посрамили свой край, свой дом, своих земляков и проявили, и проявляют себя настоящими героями, не жалея своих жизней. Почтим память погибших минутой молчания. Представляется председателю Союза офицеров Республики Дагестан, председателю правления Дагестанского отделения Общероссийского общественного фонда «Победа» Ибрагимову Ибрагиму Сулеймановичу. Спасибо, дорогие друзья. У нас вот в связи с тем, что глава вашего района проводит активное участие в проведении военно-патриотической работы от Дагестанского отделения Общероссийского общественного фонда, мы хотим ему вручить благодарственное письмо от фонда. От имени Дагестанского регионального отделения Общероссийского общественного фонда «Победа» благодарственное письмо вручается главе муниципального образования Ботлихский район Гамзатову Руслану Супьяновичу за личный вклад в развитие военно-патриотической работы в районе, активное участие в воспитании подрастающего поколения и в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Добрый день, уважаемые друзья!
Меня зовут Ажия Абиева, я секретарь общественной палаты города Махачкалы и представляю также фонд «Победа». Хотела бы для вас исполнить песню про ветеранов Великой Отечественной войны. Пролетели года, отгремели бои, отболели, отмаялись раны твои. Но великому мужеству верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня. Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял. Отчего же ты замер? На сердце ладонь и в глазах, как в ручьях, отразился огонь. Говорят, что не плачет солдат, он солдат, и что старые раны к ненастью болят. Но вчера было солнце, и солнце с утра. Что ж ты плачешь, солдат, у святого костра? Ты выжил, солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял. Отчего же ты замер? На сердце ладонь и в глазах, как в ручьях, отразился огонь. Смотри же, солдат, это юность твоя. У солдатской могилы стоят сыновья. Так о чем же ты думаешь, старый солдат? Или сердце болит, или раны горят? Сердце ладонь и в глазах, как в ручьях, отразился огонь. Пролетели года, отгремели бои, отболели, отмаялись раны твои. Но великому мужеству верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня.